Привет, друзья, добро пожаловать в очередной выезд на стрельбище. Я хотел с вами сегодня пострелять, но я лошара, сегодня 4 апреля, выпуск должен был готов к 6 апреля, но я забыл с собой взять бункерный магазин от G36CV. Я проехал практически 100 километров на велосипеде, он у меня вон там стоит, если камера повернется, то туда можно посмотреть. Там. В общем, я все взял, аккумулятор взял, его полностью даже зарядил, взял полный набор шаров, там я хотел сделать такую, прям вообще. Вот. Но в итоге из-за этой маленькой мелочи я не могу просто вам их показать. Я слишком много говорю, но чтобы я не просто так сюда приехал, я для вас сегодня взорву банку.